По меньшей мере 9 человек в разных городах Мьянмы стали жертвами столкновений манифестантов с полицией в ходе массовых акций протеста. Об этом сообщают местные информационные порталы. По их сведениям, силы правопорядка открывали по демонстрантам огонь, в том числе боевыми патронами. Другие неподтвержденные сообщения говорят даже о случаях нападения полицейских на врачей, которые оказывали помощь пострадавшим манифестантам. Массовые выступления, акции протеста и забастовки не прекращаются в Мьянме уже больше месяца. Точное число жертв и пострадавших неизвестно. Еще во вторник в ООН говорили о 18 манифестантах, погибших за этот срок. 1 февраля военные взяли власть в свои руки, арестовав прежних руководителей страны и объявили о введении чрезвычайного положения. Генералы объясняют это масштабными фальсификациями на прошлогодних выборах и, в свою очередь, обещают по истечении года организовать новое волеизъявление.